Всем привет, с вами я, Пинман. Да, все ютуберы, которые были в Brawl Stars, они пришли в стендофф. Прям почти все ютуберы, которые играли в Бравл, они пришли в стендофф. Потому что стендофф хайпанул, а Бравл стал менее популярным как-то. Я тут немного исследовал обновление CPNG-шку Я PNG-шку сюда ставлю, и она почему-то такая плоская. Карабаса сплющила просто. Ну, у меня здесь парочку друзей. Я играю на своем старом аккаунте. У меня здесь только 5-й уровень. Почти 6-й. И здесь появился новый режим против всех. Наверное, это типа просто каждый сам за себя. Это типа аркада, только улучшенная версия. А союзники 3 на 3 закончится через 3, через 4 дня или 5. Ну, короче. Но меня такие режимы, как союзники 3 на 3 и соревнователи не сильно интересуют. Я интересуют такие просто события интересные. Ну вот сейчас будем играть против всех. Не Нидерланды. Я просто приехал в Германию. Интересно, а катку загрузит? Наверное, нужно будет выбирать Европу. А, не, я загрузилась. Зона 9. А я называла это зона 5. Я называла это зона 5. Блин, перепутал малек. Аркада, ультимейный режим против всех. Короче, за террористов заходим. Мое любимое оружие, как я помню, было это петух-то. Пистолеты и пулеметы. Погнали, разминка. Минус. Ну, лучше треба, наверное, выбрать другое оружие, которое с прицелом. Я прицелы люблю, потому что я люблю сдалека. А сдалека, как бы, неудобно. Напишите мне еще, кстати, в комментариях, какой мне прицел сделать, потому что я не знаю, наверное, я сделал прицел говно. Ну, там чувак был. Ладно, сейчас разминка закончится, я куплю себе другой. Два пистолета? Такой стендов не было, я не помню. Винтовки, это не то. Где он? Вот. Да, долго перезаряжается, но пуль хватит на целый раунд, ничего страшного. Да, убил. Если что, я небольшой новичок, поэтому не судите строго, как я играю. Ой, там чувака убили. Сейчас он сюда пойдет, а я его тут буду поджидать. Блин. Не поджидал. Давайте. Вот там, тут же. Он что-то кинул, мне показалось. Мне показалось, что что-то кинул. Ладно. И на заставке игры, когда я скачал игру, там было на заставке чувак с огненной гранатой. То что, добавили огненную гранату как в КС? Я не знаю. Да. Так, стой. Кто там? Тут. Тоже теренький. Я тебя видел. Сейчас нож возьму. Блин, я хотел нож взять, его с ножа порезать. Стоять. Я знаю. Они все так неожиданно, блин, убивают меня. Жестокая игра. Нет, это мой килл будет. О, ну ты будешь моим киллом. А куда ты убежал? А вот и папа. Откуда он взялся? Откуда он меня? Он ждал, пока я успокоюсь. Стоять. Я тебя видел. Ты куда? Я тебя видел, он там. Я увидел. Там кто-то был. И что, опять?
Опять повторяюсь, я новичок в стендоффе, поэтому я не умею играть. Откуда? Откуда он взялся там? Я не понимаю. Вот тут сейчас будет, чувак. Сейчас выйдет. Нет, не выйдет. Вообще на этой, наверное, части локации никто не ходит. Поэтому здесь будет мое жилище. Я буду наивных ловить. Вот сейчас. Сейчас там кто-то будет. Он просто. Как он меня с одной пули. Как он меня с одной пули убил? Невозможно. Я отвечаю. Там дохлый. Почему? Мне кажется, он должен был попадать четко не в меня, а попадал в эту. Он повсюду! Капец. Наверное, вот здесь вот. Ну, как-то ходит. Там были ножки. Убили. Там. Чувак был. А, не, в смысле? Как он меня через решетку убил? В смысле? Как он меня через решетку убил? Это возможно? Я не уверен, что так возможно. Ну ладно, допустим. Здесь кто-то будет. Я прям чувствую за воротом. Тихо! Кто там шуршит? Да. Много патронов, конечно, ушло. Жалко этого добряка. Я даже еще не в топе. У меня 20. Нет! Ой-ой-ой. Есть теперь как. Ой-ой-ой. Они честные, застрял в текстурах. Меня телепортируют постоянно. Ой, у меня 15 FPS. Все плохо. Все плохо. Игра слишком реалистичная для моего телефона. Невозможно играть. Я бомблю, как в позе первый раз играл, блин. Только это. Вот откуда он там взялся? Как он смог так быстро из этой дырки прийти сюда и убить меня? Он мог. Я на последнем месте. Какой позор. Позор просто. Наверное, среди всех чуваков, которые просто идеально играют стендов, наверное, мне за удачу дали 5 голубых. Спасибо вам. Познайте боль. Я познаю сейчас боль. Это что такая за карта? Бризи. Какая-то карта Бризи. Не знаю такую карту, значит, давайте вы поняли. Поиграем. Уже две минуты играю, а уже такой экшен. Короче. Ха-ха-ха-ха-ха, я тоже смотрю Наруто. Что? У меня игра залагала. И это залагало, и все залагало, что происходит. Мы будем на этой карте играть. У меня запись идет 9 минут. Я думал, я снимаю 2 минуты, у меня запись просто залагала. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Две катки поиграли. Нормально. Ну, я считаю, нормально. На этом все. Пишите комментарии или не продолжать. Напишите комментарии, как вам не поставить прицел. Я вроде помню, как это делается, но все равно можно написать комментарии. Всем, в принципе, пока, всем удачи. Пока.